Бишкек празднует свой день рождения. 29 апреля любимому городу исполнился 141 год. В честь этого был устроен настоящий праздник – большой праздничный концерт. Открыл концертную программу Большой симфонический оркестр мэрии Бишкека, сыгравший известные вальсы, отрывки из опер. При этом были выступления артистов отечественной эстрады, а гвоздем программы стали выступления российской певицы Сагдианы и узбекской группы Ялла, а также красочный салют. На празднике побывала Алина Хайдаршина. В честь дня рождения столицы мэрия приготовила настоящий подарок. Большой праздничный концерт при участии танцоров, певцов, музыкантов не только отечественной эстрады, а также при участии именитых звезд зарубежья. По словам организаторов, мероприятия в честь дня рождения Бишкека проходили в течение месяца, и концерт на площади Алатау стал кульминацией празднования. Так, в столице были организованы ярмарки и выставки, спортивные соревнования и выступления музыкантов прямо на улицах города. Мэрия города Бишкек был объявлен месячник всех мероприятий. У нас в апреле полностью месяц шли мероприятия в честь праздника. У нас был 14-го был велопробег, потом был дуатлон, была спартакиада. И вчера только завершился, у нас был Кубок мэра по кукбюрю. Помимо выступлений и танцев, всех бишкекчан и гостей столицы поздравили официальные лица страны. Мэр Азиз Суракматов поздравил горожан с праздником и отметил, что Бишкек является для всех кыргызстанцев особым, любимым и родным городом. Дорогие бишкекчане, от всей души поздравляю каждого из вас с Днем города. Бишкек для всех граждан Кыргызстана особый, любимый и родной город. Сегодня Бишкеку исполняется 141 год. Эта дата символизирует множество важнейших событий в истории. Но прежде всего определяющую роль Бишкека в становлении и укреплении кыргызской государственности через преодоление сложностей, испытаний и достижений. Также первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев зачитал поздравления от лица главы государства Сооронбая Жээнбекова. Президент отметил, что Бишкек должен восстановить свою былую славу зеленого города, пожелав Бишкеку благополучия, а каждому дому – достатка, мира и процветания. Бишкек занимает особое место в жизни народа Кыргызстана. Он – столица, символ нашего государства. Один из крупных экономических, политических и культурных центров в регионе. Наша столица расширяется, благоустраивается и обновляется. Возводятся новые современные здания, реализуются крупные проекты по реабилитации автодорог. С каждым годом возрастает вклад бишкекчан в развитие страны. В столице живут и трудятся представители многих этносов. Из поколения в поколение они закладывали крепкую основу мира, согласия и взаимопонимания. Гостей праздника ждал симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, а также эстрадный блок. Горожан поздравили отечественные знаменитости. Всего в мероприятии было задействовано более 200 артистов. А помимо наших звезд, поздравить горожан приехали и зарубежные. Российская певица Сагдиана и узбекская группа Ялла. Солист Фарух Закиров поделился, что ему понравилось выступать в Бишкеке и что артистов ждал очень теплый прием. Каждый бишкекчанин любит свой город по-своему. Кто-то любит за красивые парки, кто-то любит свое место учебы или работы. А кто-то любит за такие большие масштабные праздники. Давайте любить наш город вместе и делать его лучше каждый день. Даже при участии именитых артистов главными на празднике были сами горожане и гости столицы. Я услышала, что будет такой большой концерт, что приедет знаменитая группа, как Ялла, как еще приедет девушка, которая работает в Москве, а сама с Узбекистана, Сагдиана. И поэтому я не удержалась и пришла прийти посмотреть. Ой, мне очень понравилось, очень понравилось. Я первый раз у вас в Киргизии, вообще в Бишкеке первый раз. Да, я из Томска, и мне вообще все понравилось. Я хочу поздравить кыргызстанцев с праздником, пожелать всем здоровья, счастья и успехов во всем. После праздничного концерта на площади Алато горожан и гостей столицы ждал общественный муниципальный транспорт, который работал бесплатно до полуночи и развозил горожан домой. Ну и, конечно, кульминацией вечера стал 6-минутный фейерверк на площади. Город Бишкек многое пережил за 141 год. Было как плохое, так и много хорошего.
дальше все будет только лучше. Мы поздравляем всех с днем рождения нашего любимого города. Алина Хайдаршина, Бактыбек Мамацаев.